Да. Ну, если, по моему мнению личному, смотреть на ту ситуацию, которая сейчас происходит, да, я считаю работу правительства в целом, ну, на данный момент удовлетворительной. Несмотря на то, что 11 лет у нас бюджета, так скажем, гробили, и сейчас, чтобы все исправить, понадобится, наверное, не один год и, наверное, не один созыв. И если мы посмотрим на те данные, которые нам предоставляют, да, если посмотреть на то, какое нам данные предоставляет Минфин, у нас идет позитивное, так скажем, настроение в нашем бюджете. Плюс то, как вот на сессии Верховного Совета, на последнем, выступал Коновалов Валентин Олегович, будущий, так сказать, программы. Все на данный момент пока идет позитивно, на мой взгляд. То есть вы курс правительства оцениваете? Ну, как по на данный момент удовлетворительно. Думаю, что, ну, думаю, все, они делают все для того, чтобы исправить ту ситуацию с бюджетом и ту ситуацию в целом, которая по Хакасии, в условиях, ну, в соответствии с теми условиями, которые у нас сейчас есть в Хакасии.